ты еще не подписался на телеграм-канал, тогда советую это сделать. Тогда ты будешь в курсе всех новостей, которые не упоминаются ни на одном из источников. Какие видосы планируются, что я буду выпускать, чем занимаюсь в данный момент, ну и просто есть возможность со мной поболтать. Так что подписывайся обязательно, ссылка в описании. Всем привет, дорогие друзья, с вами снова я, Даналия, и сегодня у нас видео покупки коня Star Stable Online для моего одного аккаунта. Так что устраивайтесь поудобнее или же седлайте своих коней и... Поехали! Дебора Вейлберг, одна из последних моих аккаунтов. Девочка существует, по-моему, всего лишь несколько месяцев, с сентября 22 года. Однако уже будет покупать себе первую лошадь. Это, наверное, первый раз, когда мой дополнительный аккаунт просто самым быстрым способом покупает себе лошадку. У нее практически еще ничего нету, даже уздечки, вот только седло недавно купила хорошее. А ей уже покупают бельгийскую полукровную. Явно у нее в истории где-то есть очень даже известные родственники, которые ей подарят лошадь. Хотя у нее вот только-только в эти выходные стукнуло 866 старпоинтов. Все, что у нее есть, по-моему. И мы покупаем сегодня бельгийскую полукровную гнедую самой первой масти. Как вы помните, здесь изначально стояла вот эта лошадь. Но покупать мы будем вот эту. Я долго думала над гнедой или же all-in'ом, который продается в Форт Пинто и в конюшнях Юрвика, но почему-то решила, что все-таки вот просто гнедая бельгийская лошадь ей подходит намного лучше, больше, не знаю, как-то мне кажется, смотрятся они более едино, уравновешенным. И не знаю, как это еще сказать. В общем, покупаем. Покупаем за 850 старпоинцев. У нас 866. Гриву мы не меняем. Ничего мы не меняем. Просто покупаем бельгийскую лошадь. У нее это обязательно будет взрослый жеребец. Ну, а как назвать сейчас, подумаем. Ну, на самом деле, какие-то уже мысли у меня витали в голове. Если мы сейчас найдем имя, да, вот благородный, а вторую часть приходится додумывать на ходу. Может быть, граф есть? Нету графа, я думала, граф существует у нас в ССО, такое имя. Нету. А как? Гостья, голубь, головка. Даже герцога нету. Представляете, даже нету герцога, есть только герцогиня. Ну, не, как, ну что же, назвать коня благородной герцогиня? Вот так, друзья, вот она проблема ССОшных имен. Нельзя нормально коня конем назвать, приходится сочетать мужскую и женскую часть имени. Ну, кстати, мне очень нравится, что герцог. Благородный герцог и Дебора Вейлберг. А мне нравится. Прости, конь, но ты будешь герцогиней. Но все мы будем знать тебя как благородный герцог. Итак, друзья, я вообще в полном шоке. Но мы покупаем. Да, я хочу. Это мой первый бельгиец на всех аккаунтах. Даже на основе его еще нету. Хотя я думала его купить, отправить в конюшню, конечно же. Никогда не нажимаю кнопку сесть на него сейчас. Всегда только отправляем в конюшенку. 16 старкоинцев осталось. Вот, я оплатила этой девочке 3 месяца. Вот, так что старкоинцы еще накопятся. Вот там сколько их, может быть, 1000 еще накопится или что-то типа того. Вот, и мы идем в конюшню Мурлунда. Это просто такая началочка 12 уровня. Да, я прокачала ей начальную лошадь до 15-го. Мне пришлось очень сильно постараться, чтобы это сделать. И сейчас мы будем пересаживаться уже на нашу постоянную лошадь.
Я всегда знала, что Деборе нужны будут бельгийцы. Точнее, до выхода из спойлера даже о бельгийских лошадях, я думала, что, ну, ей нужны лошади по типу бельгийцев. А потом выходят спойлеры. Знаете, когда ваши желания совпадают с выходом спойлеров, соглашусь, это очень приятно. И вот сейчас мы это очень приятно будем смотреть, гладить, одевать, щупать. А, вот такой вот красавчик гнедой, благородный герцог. Какой-то красивый. Так, а что у меня с амуницией? Это девочка сентябрьская. У нее, по-моему, мало что есть. Так, сейчас, надо подумать, чтобы ее из комплекта сделать. Я просто не помню, что у нее есть, чего нету. Какие ходы, по-моему, закончились, на нее не подействовали. Не рассчитала я. Или она появилась после дня рождения. По-моему, она появилась после дня рождения. Ну да, видите, вообще ничего нет. А нет, вот день рожденческий какой-то есть. Какой-то. Но нету Викторина десятилетия. А как так-то? Тут вообще пусто все. Или это не день рождения? Нет, это день рождения. А, Викторину десятилетия я, по-моему, решила не собирать из-за того, что у нее не было Старрайдера. И у меня были закрыты все локации. А, нет, у нее в принципе не было этой Викторины, потому что все было закрыто. Ну да, одежда мне не нужна. Просмотру. Значит, следующая цель — это накопить деньги и хорошо одеть эту лошадь. Пока что единственное хорошее, что я могу на нее надеть, это седло и недоустки. Все, большего у меня ничего нет. Ну ладно, давай все-таки мы оденем на нее принты, вальтрап, седло. Ой, черной уздечки даже никакой нету. Ну и на стартовое снаряжение вот эту уздечку смотрится. Это, конечно, все не очень. Сколько стоит уздечка хорошая? Уздечки черные. Так, заблокированные, показать имеющиеся. Ну, вот у меня не хватает буквально чуть-чуть. Так, это началка. Мне началка не нужна. Ладно, садимся. Ой, поверьте, ребят, когда я соберу нормальный сет одежды на этого персонажа и куплю достойную амуницию, а не вот этот сиреневый вальтрап с бинтами, это будет мощная команда по выездке. Именно по выездке. Хотя я знаю, что анимация у бельгийцев по конкуру тоже очень красивая, но... Так, нет, я хочу посмотреть. Ну, нет, это не то. Так, здесь я купила с каким-то серебром. Да, с серебром я купила. Значит, я буду покупать серебром тоже. Ой, какая красота. Просто. Суперская компашка. Да, осталось вот чуть-чуть накопить. У меня 4700, а нужно 5200, чтобы купить все-таки вот эту уздечку. Или я просто черную куплю, где эти черные обычные уздечки. Или я просто черную куплю. Ну, кстати, может быть, я ее просто черную куплю чуть попозже. Так, а что по подниками? Так, это какой? Это для конкура. Нам нужен для выездки. Это тоже конкур. Где выездка? Выездка чуть ниже, по-моему. Да, вот выездка. Так. И украшения в виде бинтов. Ну, давай тоже вот беленький. Ну вот, ну просто надо докачать персонажа, накопить шиллинги, и тогда это будет красота неимоверная. Как вам бельгийская теплокровная? Я очень восторгаюсь этой породой. Мне она очень сильно нравится. Ее анимация, ее просто ощущение от этой лошади. Ну, красивый, красивый герцог. Так, по-моему, первый в моей жизни конь по имени Герцог. Нигде у меня такого коня нету. Ой, как красиво! Я не могу. Просто. Да, да, это ее конь. Это ее стопроцентный конь.
и другого ей не надо. Анимация, она просто на высшем уровне. Ой, тормоза! Ну-ка, свечка. Ой, ты красивый, ты какой, а с этой стороны? Ой, ты какой-то хороший. Так, на пробеле что-нибудь есть? На пробеле ничего нет. На шифте тоже ничего нет. Это порода без каких-то дополнительных анимаций. Но тут такая красота, что, мне кажется, никаких дополнительных анимаций-то и не надо. Как он Вольт делает. Все, я не могу. Я коплю, я все покупаю. Да, так что вот такой вот красивый конь. У Деборы уже есть бельгиец. Осталось только довести все это до блеска. И можно выставлять красивые выездковые фотосессии с этой парочкой. Вот, а на этом все. Спасибо, что посмотрели это видео. Ставьте лайки, пишите комментарии, как вам бельгийская лошадь. Нравится вам, в принципе, эта порода в ССО. И как смотрится дуэт Деборы с герцогом. Мне кажется, они крутые. Нужно только будет их красиво переодеть, и вообще тогда все будет просто замечательно. Вот. Ну а на этом все. Я с вами прощаюсь. Не забывайте тренировать своих лошадок, чистить их, а также угощать морковкой. Всем пока! Удачи вам! И до встречи в следующем видео. Какой он шикарный! Просто.